Судейский корпус – это неотъемлемая часть любых соревнований, для успешного проведения которых максимально важны квалификация и компетенция спортивных судей по лыжным гонкам. В регионах регулярно проводят семинары, где обсуждают нововведения в сфере судейства, изменения в правилах и проверяют навыки знания. В этом году районный семинар прошел в Сарове. Спортивные судьи со всей области собрались в молодежном центре. Здесь собраны судьи со всей Нижегородской области. То есть с Арзамаса, с Нижнего Новгорода, непосредственно с города Сарова, там Первомайские и дополнительные другие регионы, районы, области, которые развивают и проводят лыжные соревнования. С некоторыми мы встречаемся на всероссийских соревнованиях, совместно работаем судьям. На семинаре подвели итоги основных спортивных соревнований прошлого сезона, рассмотрели изменения в правилах по лыжным гонкам, а также оценили уровень знания правил состязаний у участников мероприятия. На территории региона и, в частности, в Сарове нередко проходят всероссийские соревнования. С Николаем Евгеньевичем Седовым мы знакомы давно. Я видел, как эта база преобразовывалась вот благодаря его усилиям, поддержки местных органов самоуправления. База действительно с каждым годом все улучшается. И не зря здесь проводятся всероссийские соревнования, такие как чемпионат России по лыжероллерам в 2021 году проходил, в 2018 году первенство России. Просто так данное мероприятие в регионы не дают. То есть все на высшем уровне, и также судьи все местные обслуживают данное мероприятие. Осенний семинар посвятили теории, ориентировочно весной судьи встретятся снова для проработки практической части своей работы. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.